В течение 2 часов представители коммунальных служб и предприятий отвечали на вопросы алматинцев, касающиеся проблем городского хозяйства и итогов отопительного сезона. Из 40 поступивших на сайт участники онлайн-конференции успели ответить на 30. Участились отключения электроэнергии. Это стало происходить не менее 3 раз в неделю, даже в центральных районах города. Безусловно, это наносит существенный ущерб экономике города, лихорадит социальные учреждения. Почему эта проблема нигде не обсуждается? Какие действенные меры вами предпринимаются? Компания «Алатау-Жарык» признали, что проблемы с отключением электричества в мегаполисе действительно существуют. На это ряд причин. Рост количества потребителей с расширением границ города приводит к перегрузке трансформаторов, а также износ распределительных сетей, который составляет 70%. С 2010 года в Алматы проводятся работы по модернизации и прокладке электрических сетей. Кстати, улучшение уже заметно. В первом квартале аварийных отключений было в 3 раза меньше, чем в прошлом. За 7 лет планируется освоить свыше 29 миллиардов тенге. В этом году планируется выполнить работу на 1,5 миллиарда работы. Это перевод на СИП около 300 километров линии электропередачи. И в дальнейшем планируется до 2017 года модернизировать существующие сети. Помимо коммуникаций, жители города волнуют вопросы по неудовлетворительной работе КСК. Прошлой осенью 14 кооперативов оказались не готовыми к отопительному сезону. Поэтому многие потребители недополучили тепло в свои дома. С этого года полицейские будут курировать работу председателя КСК. Так что жители могут сообщать обо всех нарушениях в жилищную инспекцию. Оттуда жалобы будут направляться участковым. Айгерим Авдибек, Альфараби Гусенцов, телеканал «Алматы».